с началом боевых действий на Украине мы заняли антироссийскую позицию и искали методы противодействия вооруженным силам Российской Федерации на территории нашей области. Ну, я начал смотреть по карте, где находятся железнодорожные пути, дабы понять, по каким железнодорожным путям передвигаются военные эшелоны. Также я изучал строение железнодорожного пути и методы его выведения из строя. Кроме того, я отправлял на сайт «Миротворец» данные на военнослужащего и искал выходы на силовые структуры, на представителей силовых структур Украины, в частности СБУ, дабы наши действия с ними как-либо согласовать. Нами было запланировано ряд акций, а именно повреждение железнодорожного полотна путем выкручивания винтов и путем ослабления крепежей. Все эти действия должны были быть преданы огласке путем распространения информации в интернете.